Всем привет, меня зовут Миша Ряженко, и в этом видео мы поговорим, недаром я сыграл Stairway to Heaven, о том, что происходит внутри музыкальных магазинов, или происходило, но я думаю, что во многих до сих пор происходит, и кажется, что это важно, потому что вы попадаете в музыкальный магазин, когда, особенно покупаете первую гитару, довольно в незащищенном состоянии, то есть в таком еще пока неискушенным различными, вот как у меня там тысячами, сотнями тысяч комментариев на YouTube или каким-то опытом игры с различными музыкантами, взаимодействия с ними или обучение где-то. И вам очень легко на самом деле нанести довольно серьезную культурную травму. Я сейчас расскажу про все эти штуки. У меня есть тоже богатый опыт. И уже 20 лет я так или иначе посещаю музыкальные магазины. А тем временем обязательно подписывайтесь на YouTube-канал, в Telegram-канал. Там классно в Telegram-канале. Блин, спасибо всем за огромное количество различных реакций и, ну, в общем-то, контактов с контентом, который выкладываю. Там довольно интересно и, как я уже говорил, в самом Telegram-канале, что, мне кажется, очень недооцененный различными блогерами формат. Гитаристы прям отлично вообще, мне кажется, лучше, чем на YouTube рулят в телеге, и, в общем, рекомендую. А также обязательно приобретайте мои пособия, скоро перестанут продаваться. Эти пособия я разрабатывал, ну, уже 7 лет назад начал разрабатывать, и вот, в общем-то, они все это время каким-то образом реализовывались, и импровизация, и теория, и какая-то техника, и упражнения, куча всего на самом деле было сделано. Я вам супер рекомендую их приобретать, потому что, ну, короче, они давно уже продаются и, кажется, хватит. Переходим к теме видео, но не забывайте проходить по ссылочкам в описании. Итак, почему я сыграл Stairway to Heaven в самом начале? Потому что, ну, вы знаете, да, что это один из самых распространенных треков, которые играют в музыкальных магазинах, и в некоторых даже висят таблички, что типа играть нельзя. Ну, на самом деле, я не замечал, что у нас вот где-то в Москве или в других городах какие-то проблемы с этим, но зато замечал другое, что сейчас модно говорить токсичность. Вот токсичность продавцов, она довольно сильно чувствуется в риторике и общении с ними. То есть вы приходите в магазин, такие, сейчас вот я там то-то. Ну, я проходил эти истории много раз, когда еще как бы, ну, не было так распространено вообще, в принципе, гитарное оборудование везде, какое-то доступное и так далее. Приходишь в магазин, какой бы то ни было, такое, вот там гитарку что-то там снимаешь, и тебе такие, ты чё? Ну, типа, а вы что, вы купить хотите? Да какая тебе твою за ногу разница? Ты чё? Ну, в смысле, какая тебе разница, чувак? Ну, может, и хочу. Ты же не знаешь, сколько у меня денег, типа, кто там мой папа, короче, и типа, что я вообще хочу, как я играю. Да и какая разница, собственно, как я играю и сколько у меня денег. Может быть, я захочу когда-то. И так или иначе, этот процесс, он же очень сильно соприкасается с вашими ожиданиями и новыми ощущениями от какого-то инструмента. Вы что-то ищете, вы что-то исследуете, вы что-то хотите новое для себя открыть, вы хотите новое звучание открыть, вы хотите развиваться, вы хотите кайфануть в конце концов. И в это вмешивается, ну, часто достаточно продавец, который, ну, просто разрушает все эти ощущения. И, в общем-то, это не круто. Я был в музыкальных магазинах разных. В России, в Германии, в Америке, в Нидерландах, в Франции. Ну, из интересных, наверное, все. По-моему, был еще в Таиланде. Ну, и в Киргизии, кстати. Ну, плюс-минус там такой же движ, как у нас. Вы знаете, чем похожи они все? Тем, что, конечно же, многие продавцы переживают за гитары, естественно. Ну, это их материальная ответственность. Если что-то пойдет не так, то как бы... Но вопросы скорее к магазинам. Вот я точно знаю, что такого не происходит в гитарном клубе. У них политика «играй на чем хочешь, играй сколько хочешь». И как бы ты ни играл, даже если ты играешь 3 аккорда, просто сиди и играй, если тебе в кайф. И даже был пост у кого-то из ребят из гитарного клуба, что, типа, можно,
делай, ну, просто играй, кайфуй, и все. И я с ними полностью согласен. Ведь это настолько интимный процесс творческий, когда ты приходишь, надеешься услышать что-то новое изобрести, попробовать поиграть свои любимые рифы. Неважно, какие рифы вы играете, все равно хочется их ощутить на новом инструменте, пощупать, потрогать, кайфануть. И с этими ощущениями уйти, либо мечтая об этой гитаре, которая вам понравилась, ну, если она понравилась, ну, как бы, либо нет. И это нормально абсолютно. Такие желания, они естественны. И вот когда их прерывает человек, который, скорее всего... Смотрите, я ни в коем случае не хочу сейчас всех продавцов под одну гребенку. Скорее, тех, которые так делают. Вот когда ваши желания прерывает продавец, который ведет себя по отношению к вашим чувствам культурным и к вашему кайфу неуважительно, я считаю это не круто. Но, будучи предпринимателем, я могу сказать, что это негативно влияет на повторные продажи. Ну, как минимум. То есть, собственникам магазинов, в которых продавцы ведут себя так, нужно хотя бы об этом задуматься. Что очень важно понимать, что эти ребята не хотят на самом деле сделать ничего плохого. То есть, либо они переживают за материальную ответственность, либо они так или иначе, ну, просто не способны вас понять. И... не хотят этого делать. Ну, это тоже нормально. То есть, как бы, нет у них такого в должностной инструкции, да, типа, которую они подписывают при заключении трудового договора. Но, тем не менее, все-таки, конечно, нам нравится ходить в те магазины, где происходит не так, где сидит какой-нибудь клевый чел, который с вами вместе поиграет, поджемит, и у вас там классная атмосфера происходит, контент какой-то снимается, и у вас новые какие-то ощущения. У меня есть ролик на YouTube, старый, по-моему, до сих пор валяется, где продавец одного популярного магазина, в общем-то, хамит мне в 2011, по-моему, или 2012 году. Хамит серьезно так. Ну, как бы прям некультурно себя ведет. Мне сказали, что потом, когда эта уже история произошла, через годик, через два, он в холодильнике, в рабочем, когда держал там ряженку, он там подписывал маркером на каждом из этих пакетов Миша. Ну, как бы, окей. Я был неправ, что я газанул, наверное, но мне не понравился его тон. У меня с этим, как бы, если мы говорим про коммерческие штуки, поскольку, опять же, я сам предприниматель, я как бы ставлю себя на место собственника и понимаю, что вот мой продавец так не должен общаться. И вообще, в принципе, то есть я клиент, как бы, и не хочу, чтобы со мной так общались. Ну, как бы, чувак, я куплю у тебя что угодно, но просто не общайся со мной так. Ну, что я тебе плохого сделал? У тебя плохой день, тебе мало денег платят. Ну, сорян, бро, это же твои проблемы, как бы. Значит, ребят, смотрите, краткий совет. Если вы приходите в музыкальный магазин, вы никому ничего не обязаны. Наоборот, выбирайте те магазины, где к вам... с наибольшим расположением ребята относятся. Если вам каким-то образом грубят, вы чувствуете не тот вайб, вы чувствуете, что, ну, некомфортно, не классно сейчас, не надо ходить в этот магазин. Ходите в другие. Я не называю никакие конкретные, никуда не призываю. Но так или иначе, берите пример с тех магазинов, где вам классно, где те продавцы, которые... приятно вам, как люди, с которыми вам интересно общаться на гитарные же темы, с которыми у вас есть общий язык, чтобы для вас это было место кайфа, как для кого-то это там бар, не знаю, или что-то еще, какой-то клуб привычный. Просто кайфуйте, вы должны кайфовать, и в этом кайфе вам должен от музыки помочь продавец. Это его главная задача. Умеет он играть, не умеет, там все это не важно. Важно, чтобы он вам... помогал этот вайб достигать и делился с вами тем, что есть у него.
А если он вас ограничивает и говорит, что рифы вы не так играете, или там говорит, вот я когда-то там, вот это, знаете, а вот вообще неправильно играете-то, как бы. Ну, эта гитара, она такая, знаете, как бы, ну, короче, не для вас. Ну, что бы там он ни сказал, как бы равно не для вас. Стоимость там, еще что-то и так далее. И последнее, наверное, расскажу забавный случай. Ребята вот тоже писали из гитарного клуба, когда приходил чувак, который долго играл на каких-то дорогих гитарах. У него реально не было денег, но он сидел долго на них играл. Потом спустя полтора года он, по-моему, еще несколько раз приходил, и потом пришел, в итоге купил себе дорогую гитару и уже играл классно. И рассказал свою историю, что он там откуда-то приехал, из какого-то провинциального города, и там вот научился, заработал, вот его мотивировал, и вот это все. Да, вот это хорошая история. Так должно быть, если мы говорим про музыкальный магазин. Потому что музыка дарит вам ощущение и реализацию вашей творческой мечты. А если она дарит что-то другое, или не дарит, ну, я имею в виду все, что с музыкой связано, да, то надо менять так, чтобы это происходило. Потому что музыка — это прекрасно, какая бы она ни была, даже если это супер тяжелый металл. В общем-то, друзья, у меня все. Главное, когда пойдете выбирать гитару, чтобы вам помогли реализовать вашу мечту. А что там будет за гитара и в какой магазин вы пойдете, это уже не важно. Меня зовут Миша Ряженко. Подписывайтесь на YouTube-канал, подписывайтесь на Telegram-канал и также приобретайте мои пособия. Они тоже помогут вам реализовать вашу мечту. Спасибо.